Всем привет, с вами Доктор Парадокс, и мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Опять играем за Коннора. Хэнк там что-то с кем-то по телефону говорит. Мы пока что в машине сидим. И пока что я еще хочу сказать пару мыслей, наверное, об игре в целом. Я вот в прошлой серии уже говорил, что она перестала что-то сильно давать какие-то яркие впечатления. Я еще подумал, мне кажется, она... То есть, если сравнивать, например, с Heavy Rain, да и с Beyond Two Souls, она менее насыщена какими-то событиями. Здесь мало дают управление игроку. Здесь, в принципе, в диалогах-то нормально так дают поговорить, какие-то выборы сделать. И достаточно прикольная система здесь. Вот, я тоже об этом уже говорил. Взаимоотношения с людьми. Что ты постоянно... видишь, какие ответы там им нравятся, не нравятся, строишь с ними какие-то отношения. Но мне кажется, вот на пользу игре не пошло именно, что здесь мало экшена, наверное. Я не знаю, мне это не сказать, чтобы нужно вообще в играх. Я с удовольствием играю в симуляторы ходьбы, так называемые. Но здесь хотя бы интереснее была бы игра, потому что именно сюжет здесь не сказать, чтобы хорошо как-то преподносили, чтобы было интересно за ним следить постоянно. Я не говорю, что плохо совсем все сделано, но просто средне как-то. Че, все это поговорил по телефону? Все в порядке, лейтенант? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Said he was saved by Marcus himself. Was Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. What the hell? С другой стороны, персонажи проработаны, по-моему, хорошо. How did you find Kamsky? I remember this guy was all over the media. Чё, а мы к Камски, что ли, пришли? Подожди. I made a few calls. Here we are. Когда мы в главе Cyberlife, а чё он на каком-то отшибе вообще живёт? Типа... Хэнк до сих пор в одежде ходит, да, которую мы ему достали. Ох, твою мать. Так это... Это личный андроид Камски, вот эта вот Хлоя, которая в меню. Я думал, она в самой игре-то не появится, ее чисто для главного меню сделали. Нет, смотри. Прикольно. Это которая в ролике еще говорила, что у меня нет души. Ничего, такая Хлоя, конечно. Хлоя, мы с тобой же друзья. Я же в какой-то позапрошлой серии же выбрал вариант, что мы с тобой друзья. Ух ты, ну... Это его изображение, да? Элайджа Камски? Nice girl. Что-то как-то не очень... Да, кстати говоря, искренне. You're right. She's really pretty. Ничего такая. Nice place. Но, да. Я хотел сказать, какой же Элайджа Камски тогда самовлюбленный, блин. Свои портреты тут вешает. Может, это не его портрет все-таки. Ну, как-то, не знаю. Что-то я вообще даже не услышал, о чем он спросил, честно говоря. Ну, ладно. I'd have a couple of things I'd want to tell him. У андроида все проще в этом плане. Их создатели прямо перед ними. Всегда находятся. Ладно. Хлоя, а ты здесь-то не будешь четвертую стену ломать?
Прикольно, если бы она в самой игре еще к игроку как-нибудь обратилась. Хлоя. О, Камски, конечно, неплохо. О, смотри. Ты что, в крови купаешься, что ли? Почему вода красная? Или это просто цвет дна, что ли? Неплохо он так живет здесь. А это все Хлои, смотри. Они все на одно лицо. Ему что-то сильно эта внешность нравится, что под себя создал, да, андроида. Неплохо так устроился. Куча баб андроидов. Оргии тут, походу, устраивают с ними. Подожди. То теперь я понимаю, что на портрете он был изображен, но что-то он вообще не похож на того Камски, которого я в ролике видел, где интервью с ним брали. Или что-то как-то отдаленно похож только. Странно это все. Что я могу сделать для тебя, лейтенант? Сэр, мы исследуем девиантов. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Something in the Deviant's program seems to emulate emotion. We thought you might know something about how that occurs. All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Модная прическа, кстати. Whose side are you on? I have no side. Ну так вот. I was designed to stop deviants, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. But you. Чё ты докопался до меня? Нейтрально можем продолжить. Ну-ка, давай, не знаю. I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Кстати, повысили программный сбой. I'm sure you're familiar with the Turing test. Кстати, да, она, вот, возвращаясь к ролику, который разработчики выпускали, Хлоя, она говорила еще как раз, что она тест Тьюринга успешно прошла. One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young. And beautiful forever. A flower that will never wither. What is it really? Piece of plastic containing a human? Представляешь, да, он тут групповухи устраивает с такими одинаковыми женщинами. С кучей вообще. По-любому. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Так, ты что задумал тут? Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Ну офигенно. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out of more here, important to you, Connor? Your investigation. Хорошо вам поплавать, такой говорит. Твою мать. Machine. Our living being.
Так, Коннора, короче, конкретно подвели к черте. Так, ну хорошо, хоть не на время этот выбор. Но я в любом случае не знаю, здесь для меня выбора никакого не стоит. Я не буду стрелять. Ну блин, серьезно. Я потом, может, перепройду и буду играть Коннора вообще как бездушную машину какую-то. Но здесь, в конце концов, он уже в клубе в этом рае отпустил этих девушек-андроидов. Не стал тоже ничего делать. И что, здесь я хладнокровно пристрелю, что ли, ее? Хлою. А, кстати говоря, интересно, что до этого в главном меню так прямо... отношения у нас с ней строились, да, постепенно. И прямо как раз недавно она еще так спросила, мы же с вами друзья, да? И теперь мне просто предлагают ее здесь убить. Вот это неплохо так-то сделано. И через... достигнуто через прикольные достаточно средства. То есть через слом четвертой стены. Да, интересно, интересно. Я только что сказал, что игра что-то какая-то неинтересная, да, по сути. А сейчас начинаю опять ее хвалить. Ну, ладно. Я до конца уже не буду рассуждать, наверное, о ней. Посмотрим, как это все в целом выглядит. Я не буду стрелять. Долго так стояли, конечно. Is itself a deviant? I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this android. You showed empathy. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of here. By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Чё? Какие лазейки? Why didn't you shoot? I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something, and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you. Сейчас интересно будет посмотреть, сколько игроков так же решили. Но я думаю, абсолютное большинство не стреляет. Well, maybe you did the right thing. О, симпатию завоевали. Так. Ну, Хэнк, естественно, так считает, мы это уже поняли. Да, 85%, говорю же. Ясно. Дальше. Если сейчас в меню выйти, что-нибудь скажет нам Хлоя. Короче, это такой эпизодический персонаж на самом деле. Получается. Неплохое задание. Провести время наедине с собой. На какой-то заброшенной стройке. Но тут неплохо можно посидеть в кресле. Полюбоваться на... вид. На вид таких же заброшенных строек, наверное. Добро пожаловать в Детройт, город андроидов. О, пианино.
рабочая? О, давай поиграем, отлично. Я рад еще раз поиграть. А нам настроение сейчас не нужно выбирать, да? Просто играем. Что-то в этот раз какую-то тревожную совсем музыку. Но это тоже саундтрек игры. Да блин, все. Я прекратил играть постоянно. Ладно. Так, подожди, а журнал почитать, Маркус? Ну вы че? Ну, теперь нам не друг. I needed to think. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people, and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. They count on me. They count on me to show them the way. If only they knew how lost I am. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. Что раньше люди тоже, наверное, так думали, что? И черные так думали. I was living in a bubble in this world that belonged only to me. When you're happy, it's difficult to see other people's misery. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. We all have something we want to forget. But you need to know where you come from to know who you are. I was nothing. A doll in a distributor programmed to satisfy humans. Just a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. Слушай, я же говорил с самого начала, что... Или я не... Да, я говорил, по-моему. И сразу почему-то так подумал, что она... так вот. Что она, короче, из сексуальных утех. Андроид. For dead in his studio. I saw your memories too. The Eden Club. The dead. А она как раз из... Man, I felt like I was there. Из этого клуба. North.
Из борделя, короче. Клуб. Журнальчик не дали почитать. Об этом волнуюсь. We'll all be killed. Please. Ух ты, в капюшоне в таком. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Еще больше андроидов. Нужно больше андроидов. Хорошо. Вот ты. Нельзя тебя пробудить? Тебя можно. You're free. Так, кого еще? Вот этих вот охранников что-то не можем, да? А, можем. Вот этого можем. Come with us. Я не понял, мы же там говорили, что прямо сотни освободили, хотя какие сотни? А, да, мы же одновременно... Несколько магазинов штурмовали. Чё там извращенец, о чём про чё говорят? Цена. Чё тут единицы-то чё-то решат, что ли? О, смотри, фильмы рекламируются. О, музыкальный инструмент. А, можно, смотри, пробудить его, просто спереди надо было подойти. Так, чё? Все на улицу. И ходит неприкаянный теперь. Так, а где наш? А вон Норт. Где черненький? You're free now. Hey, where do you think you're going? You get back here. А мне показалось, это отец Элис. Leave him alone. He's chosen to be free. Все нормально? Убедил? Окей. Это легко, он согласился. Опять перекрыть улицу. Открыть люк, что мы собираемся сделать, я не понимаю. Сейчас там драка начнется. Привет. Вы что там, чуваки, в канализации делали? Еще больше андроидов пробудить. Угу. Как на расстоянии, что ли? Вот. Так ты и так можешь, оказывается. Что ты сразу так не делал?
Шествие. Ух ты. Неплохо. Так, хватит ребенка самого выгуливать. Иди сюда. Это, кстати говоря, не та модель, которая еще... Которая внешность Кары-то. Ты куда ушла-то? Давай к нам на гей-парад. Митинг. Несанкционированный. Один андроид. Так, еще. Еще давайте. Все. Все сюда. Так, сейчас полиция приедет. Разгонять. Рекламу ломаем на ходу. Толпа все растет и растет. Офигеть, смотри. Неплохо. Все сюда. Все сюда. Мы уже одним нажатием всех зовем. Грег! О, менты! Ну, стрелять же сейчас начнет. Хотя тут такая толпа. Против такого, конечно, не будет ничего делать. Неплохо лозунги скандируем, так же. Так, ну я повторяюсь. Ну ладно. На самом деле, на митингах чаще всего и не услышишь разнообразия какого-то. Так что ладно. О, приехали, господа полицейские. Что вы будете делать? Ой, что-то они уже оперативник. We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. Да, это не санкционированный митинг, какая разница, что мирное собрание. По конституции имеем право собираться мирно. Давай разгоняй, сейчас будут хватать, доставлять в ОВД. There's more of us. We can take them. We attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying. Эх, я буду продолжать придерживаться мирной политики, поэтому Норд, извини, она нас любит уже, но не, вы не сдавать позиции. We stay right here. Они вас перестреляют сейчас всех, твою мать. We have to make a statement. We have to stay put, no matter what. Please, Marcus, we can't let them slaughter us without fighting back.
О, это очень сложный выбор, конечно. Я не думаю, что это нас к хорошему какому-то концу приведет, потому что они нас реально сейчас всех просто убьют. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Бежать это в смысле? Нет, ну давай вот такой шаг сделаем. Раз так. Ва, блин. Джон? Это тот, которого мы на складе освободили. Твою мать. Чё, короче, все равно убежали, да, в итоге? А, вот это сложный уже выбор был. Это в итоге, да. Мы не до конца пожертвовали собой. Джон тоже решил пожертвовать собой, чтобы нас спасти. Интересно, если бы мы его тогда не взяли с собой, что бы было? Тогда мы бы умерли, что ли? Окей, ну такие вот дела. Сложный выбор был, потому что я решил с самого начала все-таки придерживаться мирной тактики. И без насилия все решать. А здесь... Поэтому, ну, я не мог атаковать по-любому. Кстати говоря, если бы мы даже атаковали, конечно, понятно, что толпа, но у нас же оружия не было. Нас бы все равно, по-моему, перестреляли. Тут как бы разумнее было, скорее всего, просто реально разойтись. Но я что-то решил... не отступать, просто идти, не нападать. И в итоге, раз начал, то как бы нужно же до конца уже стоять на своем. К чему хорошему, короче, это не привело. Поубивали много наших, мы все равно убежали. Но с другой стороны, мы показали, наверное, там видели же, росло как бы... рос показатель общественного мнения, то есть люди, в принципе, увидели за то, что у нас... увидели то, что у нас твердые намерения. А, тяжелый, конечно, моральный выбор уже тут. Вообще в этой серии реально тяжело было. Сначала мы решали, вот убить Хлою или нет. Хоть я там достаточно легко это все решил, и как бы... там меня совесть-то не гложет особо. Но потом вот это вот. Начинает игра. Это самое, короче. Под конец. Сильно давить на... на совесть. Ладно, давайте на этом завершим. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи и пока. А, подожди, давай. Статистика, кстати говоря... я в меньшинстве достаточно оказался в этом плане. Видишь, как бы, видимо, большинство людей... ну, хотя, подожди, 37%, это значит, на остальные две концовки, или их тут не две. Их тут достаточно, походу, много, поэтому... ладно, в общем, не знаю. Но мне все равно кажется, как бы, что больше людей они либо атаковали, либо расходились. А именно так это я какой-то, блин, неразумно достаточно повел себя. И... вот. Всем пока.